25 мая в Ленинском районе после потасовки в городском трамвае скончался 13-летний мальчик. Трагический случай заставил органы местной власти пересмотреть безопасность работы общественного транспорта. Сейчас в регионе запустили пилотный проект. В городских трамваях начали устанавливать тревожные кнопки по поручению губернатора Алексея Русских. Володь, у нас башил там не плутит, и я не могу ничего с ним делать. Вызывай это. Сейчас нажмем тревожную кнопку, вызовем полицию. Система «Тревожная кнопка» позволяет водителю трамвая вызвать группу быстрого реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации в общественном транспорте. Данные со всех машин будут стекаться в центр оперативного управления. В случае тревоги на место происшествия выйдет ближайшая группа сотрудников Росгвардии. Если пассажир проявляет агрессию, то значит необходимо нажать тревожную кнопку и ждать приезда сотрудников Росгвардии, то есть группы быстрого реагирования, которая может применить уже специальные средства, вывести дебошира из транспорта, чтобы остальные пассажиры никаким образом не пострадали, и доставить его в отдел полиции, где будет составлен протокол административного реагирования. 3 минуты – норматив, согласно которому по сигналу тревоги должна прибыть группа быстрого реагирования. Планируется, что уже в ближайшее время весь общественный транспорт региона будет оснащен тревожными кнопками. Сначала их установят в городском электротранспорте. Нами запущен это пилотный проект. В течение 3 месяцев все наши трамваи, электротранспорта и троллейбусы будут оборудованы данными устройствами для того, чтобы предотвратить противоправные действия пассажиров в нашем общественном транспорте. Такие меры позволят усилить безопасность в общественном транспорте, однако большинство горожан о новшестве в лучшем случае даже не узнают. А вот водителям и кондукторам работать станет гораздо спокойнее. Алина Тихонова, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.